сюда. Положи, сейчас ругаться будет, положи. Пока сейчас, пока он сейчас не сделает адраха, никаких этих. Адраха что? Ну, это тебя все. А вот это что? Под будет. О! Я лучше в перцовый. Хочешь такие, хочешь такие. Сам не задумали, но это опять идея старика. Ну, будем, посмотрим. Да, старику будет. А по двух будет. Что он поменял 18? Ну, старик говорит, что говно. Да не знаю, мне не нравится 19. 19 херов тем, что он не рассчитан, что болит какой-то будет припас. Но это идея старика, конечно. Он в клинике часть. Я не знаю, короче, я стрелял, у нас 2-19 попадений есть. Я из десятки, 99 очков набрал. Вот две стрельбы, 99. То есть великолепно. Стрелял у меня прямо. Ни одного клина, ничего не было. Какая камин? Ружки, догоняй где-то. Ну. Гольная выдумка хитра, поэтому старый... Старые русские офицеры, раз, и все, то вот такие просто. Сейчас ведь есть. Я Курсяну, конечно, пройти. Блин, хреново уже. Вот Хэми продинамил, сука, я уже мог спокойно в соревнованиях поучаствовать. Блин. Мог уже. В частном порядке они так разрешают. Но без включения в ассоциацию, без выдачи, без включения в ассоциацию. Блили от гайсез зеля арабим сабмозна. Арабам, говорит, гильзи вставляют в уши. Так что, Серега. Стреляй. Все. Не помнишь ничего? Дельтам, что не хвала сесла, как отхвала. А, окей. Ну то нет ли что ли? Ну конечно, давай. Не для пуска, а по голове. То есть твоя правая голова. Ну, да, хорошо, но не надо. И второй. Потом снова. Масло. Серега, помощь надо? Нет, пока нет. Я смотри на зоне, Илюха, все, так вот. Сейчас будем смотреть, чему научился. Кандидат мастера спорта по стрельбе. Да. Да. Так сейчас... я по полевой из винтовки, ты же совсем сравнил. А какая разница? Разница никакой. Что я мучаюсь? У меня же даже... Врет. Опа! Я же подготовлен. Ну, красавец, а? Я же в империале сколько стрелял ей. Готов? Да, только ты смотри. Встанешь, помнишь, что встать на мишень. То есть, да. Не, встал, то есть поднял, с закрытыми глазами посмотрел, что у тебя он смотрит туда. И все.
Если не смотрит, то так вот нос ее раз, довернул, и все встало. И десятый. В голову. Вот. Да. Первая мушка цепит мишень третью. Одного дойдем. Значит, начал пугаться. Ты когда стреляешь, у себя пальчик гнет для чего? Я забыл. Чтобы у тебя вот это идет, и у тебя срыв уходит, потому что вот нижняя ушла. Да. То есть это был подвод уже один из последних. Все, убиваешь. Теперь это самое. Центр посередине корпуса идет. Я смотри, когда у тебя переклюн, прям к себе доворачиваешь, и еще раз раз передернешь. Нет, ты должен резко, опа, вынуть патрон. Слила. Снова. Ты смотри, ты всегда смотри. Оп. Держи, держи. А теперь смотри, что я делаю. Да. Стоп. Когда ты выдавил, не надо палец бросать. Выстрел произошел, палец остался на месте, восстановил наводку. Да. И только потом палец. Иди на пол, а вот какой на такой. Скипперичка. Сабаба. Кен. А вы сейчас массы говорите? Массы на фотографию. Ты ходил в швой массы. Да, это шалев как-то. Вот она на фоне. Вот она, это что ли, бэр, цим, только май, и за 5 шаут на. אחרי זה רוגע, ועכשיו תודה כמו הכנרת, כי זה מזרחיות פלטה היה, רק בעומק יש גם לראות פלטה היה ברוח טובה מה זה תופס מהירות כזה? אין גל... קלאסיקה לזה, אני רואה שהיית אחת סוף... ממש... נשימו לי, הנה זה איפה קורה, איך זה לא רואה בסדר, נחמד עשה את הכל פטרון מה שאתה אומר, ילדונת? אין עכשיו בכיתי לו, אם אוכל לי, אז בכיתי לו. קשה לה, קשה לה, קשה לה, קשה לה. מה שהכי מצחיק, אני רואה את הקליפ הזה. אני מוציא את המכלל. Переложил,
Я забыл, если бы ты мне не поправил, я забыл вообще того, что я не могу. Место два, короли так шар. Ну хорошо, ли в голову, уделяйся ему так. בקטע זה מבסוטית שהולך לאיזה, אבל אני... אבל יכול להיות... זבל, אתה נדע את הטרינר הבא. אתה פרושת, אתה זבל. אתה פרושת, אתה זבל. אתה פרושת, אתה זבל. אתה פרושת, אתה זבל. זה לא ה... זה לא ה... זה לא ה... זה לא ה... Да, Серега, я не стрелял. Знаешь, сколько я не стрелял? Ты же на параплане летишь. Это другое. Знаешь, сколько я не стрелял? Илья, инструктор по параплану. The best инструктор по параплану Израиля. Что, неправильно я сказал? Правильно, правильно. Левый бок. Нет, вот так. Левый. Вот для тебя левый, который выше. Который у него выше. Который у него правый. Что? Правда, что ему? Она здесь забудет шрам. Вот. На найме. Посмотри, у меня длинная куча. Я его выстрелил за 30 секунд. Да, я слышу, Я просто, пока вот эту сейчас разрубишь, я тебе потом другую схему покажу. Ну, эхо, эхо, шар, эхо, эхо. Ну, это было один обрел в шаббат. Это потом шаббат, и как я повезли. Вала, барина. Алло, один, арбаин фит. Ну, шаббат. Да. Эш, это ва. Шалош аба хребу, да, бегидену куна. Кило, гадолин мне дам пахан шали. А вот ама за мэн, шали, тагин их хали. Бой, я надо. Кой шаббат ашали там, шиши. Побокер, о шаббат. עם ספינה משהו בגודל הזה, זה 36 מטר, זה ענק. עכשיו, המדריך שלנו הוא אחד הבגידים שיש לו לגודל הזה, כי בדרך כלל כולם זה עד 24. והאוסטרליה זה צריך להעביר את הספינה הזאת לאלת. אז הוא שם הבאים חייבים, אבל הוא לא יכול להעביר לבד, כי את הבטיחות זה חשוב. עכשיו, הוא לבד האוסטרליה, עוד איזה חבר. אז הוא ביקש ממנו, אין לו טוב, תודה. ומחר, אני קם מאשדוד, סבבה, זה עושה את אותה. תרמור את זה, אחי. אז אני מסביר אותך. פה זה כך ו... ככה להיות. טוב, אז אם זה קל פה, אף אחד אני מבין. לא בא עם השישי הזה. בסדר, לטרוק. נלך לטייל קצת. ביי! ביי, לטרוק. קורה, קורה. תודה רבה. משהו מצלמה. מה, לקחת את זה, את הדבר הזה? Да, ну правый минус, спокойно. Запитай, не запитай, когда я тебе не запитаю.
אתה לוקח את זה? לא, אתה לוקח את זה. מהביתה? לא, למקום. כן, אבל פתוח, סגור. מה יש שם? אני תכף יבוא לפתוח, שנייה. אקדחים? אקדחים, כלי נשק. המדריך שלך צריך לבוא איתך. אין להחזיר לבוא. אתה לקחת את זה את זה, אה? זה? אמיר לא פה היום, אתה מרגיש? רעננים, רעננים. משהו. הם יורים, סגור זה. דליה, никогда не сопровождаем рукой. А спину убрось. Я ничего добил. Но потому что как только ты сопровождаешь рукой, ты нарушаешь динамику досыва патрона. Потому что автоматика должна работать автоматически. А как только ты дослал рукой, ты досылаешь рукой, это значит, ты нарушаешь процесс. Все, погнали. А ты видел? Сейчас самое главное, что ты сделал. Лил. Выпей этот патрон, выпей его. Вот следующий патрон. Бай. Какой вдохи? Там на штин, Аран. Вот как это? Там на штин. Внимание. Ты видел главное? Как ты задернул? Да. Я еще тебя заклинил, а ты пистолет. На ровном месте. И вот это и есть вот эти вот несчастные 5-10 сантиметров. Его сейчас не было в клинике. Смотри, это пистолет. На пистолет, посмотри, он не стреляет. Чуть-чуть, чуть немножечко сильно. Все, вынимай патроны. Ты видел, ты сильно его? Нет. Сейчас следующий. Сейчас следующий. Все, сейчас следующий. זה אמריקאים או ישראלים? גם וגם, יש ישראלים ויש אמריקאים. מה, אהב אותי? כן! הוא לא רוצה להחליף? הוא לא רוצה להחליף אותם, עושים, אתה רוצה שהוא תרגם מהצורים. לא חלק.
справа. Ну, кто говорит, что легко. А и кто давал? Не разминован. Понимаешь, надо просто на фактора бежать говорить. Не прямо. А что ты мне не скажешь? Зачем? А что ты не скажешь? А ты не должен отмазать. Так, что сейчас мы тогда не отходим? Вот. Сейчас вот оставшиеся 5 и 5. Вот поднял, если видишь, что проблема, сразу отсюда. Твоя задача сейчас, поднял, вот пошел, захватил отрезание, видишь, что это плыло куда-то. חבר שלו נתן לו. כן, אמי. Твою куртку глаз уже положили. Кто? Инструктор туда. Я его не знаю, на самом деле. Говорю, блин, куртка классная. Я будто ну, ты думал. Блин. Нет, то есть, или это знаешь кто? Тюремщики, как у Мадрики, блин. Нет, я прочитал. А, тюремщики? Да, это мне тюремщики. Да, написано здесь Мадрих боевой стрельбы. Ну, боевой, они как бы там у них есть два у меня знакомых кореша, которые инструктора по боевой стрельбе. 52-й, 4-й. А? Я говорю, размер у меня 52-й, 4-й. Так это я, блин, на пьянке взял. Так, такие, понимаешь, сколько выпить пришлось за такое. Я представляю. Это у Сани в этом же Тиле инструктор работает, начальник смены, Жень. На севере, да? Да, Саша. Вот это как бы с его я раздел. Я понял. Напоил в бане и раздел. Блин. Но не надо думать плохого. Задача сейчас, если хреново, отложить выстрел. Заставить себя остановиться, потому что вот то, что туда вниз улетело, это не остановил себя. То есть заставил себя все равно, блядь, пойти на выстрел, понял, что он сейчас, уже он сейчас будет, и догнал его туда. Плюс у меня он один, два таких будет, я не остановился. Не дотренировалась, ты понимаешь, мне нужно держать в голове столько факторов, сразу мне нужно дышать, окей, это я помню, это автоматически. Мне нужно заниматься плаванием и нырянием. Пальцем. Дыхание забудешь. Я сейчас ныряю, блядь, и поэтому я вообще не думаю, дыхание поднял, выстрелил. Нет, все правильно. Ну, значит, на одной задержке. Поэтому и говори. Бег, рваный бег попробуй, Илья. 200 прошелся, 200 пробежал. 200 прошелся, 200 пробежал. В течение получаса. Не надо больше. Значит, будешь. Да, вот не слушай, просто ныряние и, блин, подвод. Где он сейчас ныряет, Серега? А бег, он в любой момент может бегать. А? А где он будет нырять? Не, ну бегать, ну это да. Нет, я нырять держу тоже. Но... Просто смысл какой? Если ездишь, то... Мысль какой, да, вот я стою, блин, как что целевики делают? Они вспоминают, блин. Поднял, после поднятия и наведения, блядь, 2-3 вдоха. Потом на третьем вдохе, на полувдохе задерживаешь дыхание, да. Выстрел, опускаешь и 2-3 вдоха для восстановления дыхания. Это я так и делаю. А я не делаю, мне я важно. Просто стою, поднимаю, стреляю, опускаю. Окей, ты же не сравниваешь свой уровень и мой уровень. Нет, у меня другое, мне надо держать хват, чтобы был правильный, не давить этим пальцем для души, не мешать. Понимаешь, плюс недотренированность, просто недотренированность. Что тебе, плохо что ли? В башню попадаешь на 5 метров, это уже... Араба я даже голыми руками задушу, я его пистолетом просто забью, только бы дали. А ты заложил свой слово, да? Нет. Ну что? Готов? Поехали. Да, готов. Повязка твоя. Это тоже целевую стреляю. Я извиняюсь, Сережа. А можно Илье? Илья, одну секунду, разрешишь? Ты положи, пожалуйста. Он целевую стреляет. Я понял. Его в практику пока не надо. А, тут...
Большой палец вдоль ствола левой руки. Вдоль ствола, да. Большой палец правой руки на левую руку. Он вдоль левой не задрудит, он берет по-другому. Потому что ты берешь с усилием и держишь левой рукой пистолет, а он двумя. У него почему целевуха, он не получится. Я просто его не перевожу вот так, потому что потом... Сразу вот так. Вперед, красавица. Ёма, тремор. Ну это уже старость, увы. Её, его уже... Блок 19 кладет и 17 также, вот так кладут, даже на 25 метров. Мне еще 5. Раз, два, три, я вижу, 4, 5. Ну пока все, но у тебя две точки прицеливания. Один сорвал, один ушел ниже. Нет, ты не сорвал, сорвал бы, улетело далеко вниз, ну я просто... Раз, два, три, а хотя да, один в глазу вроде вырвал. Глазу ниже, пошел на глаз. Хотя рамы все равно. А рамы-то да.
А тоже нифига ты.